Ну что, ребята, всем привет. Выбрались мы сегодня на Ладогу. Но скажу вам, поездочка такая себе. Машина, лед. В общем, на машине по льду. Это я, конечно, совсем не люблю, но рыба ловится. Тут народу куча, конечно, рыбалка сегодня получится такая. С народом и так далее. Вот рыба уже подходила, видел. Отскочила куда-то. В общем, вот так, попробуем, что сегодня получится. Ловит тут, конечно, хорошо, дальний кордон. Приехали, решились выехать на машине, так что попробуем. В предыдущей лунке у меня так ничего и не было. Вот вторая луночка, рыбка подошла. Одного уже взял, сейчас еще поклевка. Причем поклевки на эту, на впайку самодельную, короче. Очень это радует. Ой. Кушок такой мерный. Вот в пальчиках. Подвесил там подвесик на нее небольшой. Так называемые яйца. Ну вот, кажется, и все. Больше рыбы не видно. Погода жесть. Мороз, ветер. Руки дубеют. Ой-ой-ой. Тяжело ловить. Радует, радует. Паечка сработала, значит, все нормально. Значит, сделал все правильно, как надо. Так, очередной был подходик рыбы, но что-то... Был бы всплыл, как говорится. Холод блесну толком не показывает, зараза. Глубина маленькая. Поэтому глючит. Такой кабанчик сейчас улетел. Вот это порядочная рыбка. Есть, есть рыбка. Вижу по эхолотику. Вот она стоит. О, подошла к блесенке. Холод тормозит, говорю, плохо. Показания не понять. Угу. Штучка и все. Я одного заводил хорошего. Но у меня такой же, побольше. О, я единственный, что ли? Нет, два штуки я поймал. Ну надо крутиться, он есть, он подходит. Да, вот да. Только что был. И там тоже так одиночек вылавливают. Он ходит, косяк. Ну-ка, стой. Опа. О, какой. Да, да. Положи. Да ну нахер он. Я думал, ты туда убежал, конец сам. Да я, ну, в ту сторону хочется двигаться, поменьше, чтоб людей. Камера, зараза, мёрзнет, тормозит. Ребята, первый на этой лунке. Два штуки и все. Ну что ты будешь делать?
такие, ну, ай, ну это с трудом, блин, это техника, это какой-то ужас. Я не спорю, мы сами приехали на машине, но я, конечно, максимально против этого всего, выездов этих, шума. Нет, есть адекватные люди, да, но, к сожалению, большинство не такие. Ездить с лунки на лунки, на технике постоянно, ну что тебе, господи, не пройти там 20, 100 метров, 200 метров, ну, смешно. Достал я сейчас очередную рыбку. Короче, оп, вот, тема сработала. Я, короче, раскачиваю на баралистика, я кидаю потом в паечку, чтобы добирать, рыбу ловить быстрее в пайке. Впереди приехали мормышечники, на снеге ходят, это, конечно, смешно. Проехал большой каракат и что-то все. Ну пока нету, да. Во. Что-то вроде опять похожее на рыбу мелькнуло в экране, но это не точно. Да нет, нет, рыба, да. Вот она. Сучить забагрился. Так, сейчас мы делаем ход конем, кидаем эту в пайку, чтобы нам не заморачиваться со снятием рыбы. Ход конем-то мы делаем, правда, рыба может отойти уже. Или нахер послать мою в пайку и все. А я-то могу хоть что тут, хоть конем, хоть королем делать. Вот и пожалуйста, и все. Да. Неужели один матросик был? Да. Не берет. Ну да, видишь, на моралисте качнул, эту кинул, и нихера, вот видишь, стоит. Спускается. Но блесну не показывает, зараза, что-то тормозит. Ну, мелко, потому что. Видишь, рыбу рисуют, а блесну нет. Да нихера, подходил сейчас опять. Одного поймал и стоял, нюхал, нифига. Ну я там одного поймал, блядь, типа. Но. Первого сразу же там буквально. В течение минуты. Ну что там, контент подъехал, ну, хороший, да? Где тряпочка? Стой. О, там хороший сидит. Сможешь? Там он очень аккуратно сидит. Ну, вот это я что? Не умею. Не, вот это. Блин, это нормально. Блять, а чего он проворачивает, Антох? Все. Вот это да.
Вот это поросенок. Ну это, слушай, это за килушку, наверное. Это полторашка. Ну, полторашка, может, нет, но за килушку. Вот у меня знаешь, такой же был на полторашке. Да. Ну это, ну, кило 300 точно. Так, Антох, колпачок это. Ага. Да, вот это порядочный рыб. Ну-ка, мне камеру покажи. О, дрец. Это горбач. Его так еще заморозишь, и он с плавником так остался. Это круто. Что, тебя сфоткать? Рыбенько. Ну да. Вроде сейчас опять рыба показывалась. Да, напарник задрал. Такие тут монстры водятся. У него еще шнек, зараза, сотка. Конечно, там в ту лузу на леске такого поднимать тяжело, стрёмно. О, рыба показывается. Ну что, поклёв. Есть. Сама цепь, это вообще шикарно. Ух ты, как бьет. Чего? Я тебе, да у меня вон своя тут рыба стоит. Что там у машины? Чего? Машин некоторые. Но. Мы зря ушли утром. Чего? Макс туда пришел, мужик высыпает пакет целый, 25 килограмм. Хера себе, с утра что ли, уже за утро? Да. Дуреть. Ну просто ловить. Походу да. Да и насрать, пускай по 20 ловят, по 30. Ну давай хоть посмотрю, как ты ловишь. Я-то не умею. Так надо ловить, а ты ходишь, разговариваешь со всеми. Да, а что делать? Все ловят, я нет. Батя твой там все ловит. Тоже достает? Ну, естественно. Я, короче, все, мне походу вообще противопоказано. Это все утренние сосульки. Это утренняя сосулька. Меня вчера, я вчера утром наоборот ловил. Да, народ, кто-то уже говорят, у машин дернули хорошо. Ну я оттуда сразу убежал, потому что нахер машины все приходили и приходили. Я в сторонку убежал, нафиг надо. Ну молодцы, что поймали 20 килограмм. Ну, поздравляю. Это сейчас интересно получилось. Только сел в лунку, пока что-то туда-сюда, уже висит окунь. На рыбу в охолоте я не вижу. Что интересно. Блять, куда я могу? Холод почему-то рыбу не показывает. Ни блесну не показывает, ни рыбу мне сегодня. Ничего. Ну опять несколько штучек и все. Отбой. Наконец-таки решился на поклевку.
Какие-то опять пятна на их холоде непонятные. Короткие. Сегодня я его не очень понимаю. Рыбка что-то подзаглохла, и народ погнал там в сторону выезда. Там чернота, на камеру, конечно, не видно на этом, но там народу столько сидит, это жесть. Все вон погнали. Собаки, снегоходы, пешком, народ, машины. Все, кто можно, все поехали туда. Здесь, да, здесь что-то подзаглохло. Сейчас у меня в луночке была поклевка, и все. А так народ погнал. Кто-то еще остался, в том числе и мы. Да, мне кажется, должна она, будет выход его. Проклюнется еще и здесь. Туда ломиться там дурдом. Друг на друге будет сидеть, нафиг надо. Так, вот рыбка подошла, по дну бегает. Мне потому что высоко поднята, а рыбка по дну. Какие-то помехи. Не помехи, а эти черточки у дна. Что-то клевать не хочет. Опустимся тоже и под нос. Не. Поставил такую блесенку, тоже, кстати, сам сделал. Типа а-ля листик, не знаю, но очень широкий. Шире стандартных. Ширина, наверное, сколько миллиметров? 16. Не хочет пока на нее. Да его сейчас и нет, или он не берет, ни на что не берет, поэтому тут без разницы абсолютно. Листик марапетка. Забавная картина. Сидит вот мужик передо мной, прямо вот я удочки показываю. У него в правой руке, по-моему, блеснилка, а в левой руке мормышка. Короче. Мужик просто сразу на все хочет. Его двумя руками сидит, жонглирует. Наверное, не видно, конечно, но можете мне поверить, я не вру. Такого я еще на Ладоге не видел. Вот это настоящий хапуга. Смешно, короче, поэтому включился. А у нас пока все грустно. Рыба в корыте не прибавляется уже давно. Так что не знаю, ходим ищем. Народ свалил капитально. Туда, в сторону берега, к дому ближе, в толпу, но не хочется туда особо ехать, конечно. Такая вот, но! Такая вот первая рыбка после долгого перерыва. Еще стоит. Блин, ну что это такое? Да, вот кажется, даже эта мелочь ушла. Но она такая не нужна совсем. Нахер её. Чего, мы побегали, побегали, возвращаемся в сторону машины сейчас. Ну, это не значит, что мы сейчас уже уезжаем, а идем просто на утренние точки, где хоть что-то поклевывало. Потому что в 12 все как отрубило, так и, ну, по крайней мере, у нас все, рыбы больше практически не видел даже в охолоте. Сейчас вот последние два щелбана достал, но это ни о чем вообще мелочь. Залетные какие-то глисты. В общем, народ мотается туда-сюда, тоже непонятно, из толпы, из той огромной уже, народ валит в обратку. Это я отсюда, вон, по-моему, снежики едут. Короче, хрен поймешь, что тут как. Ну так, в целом, что, рыбалка более-менее получилось, конечно, не то, что было вчера или на днях здесь. Ну это из-за количества народу. Вчера, говорят, было там максимум человек 100, а сегодня... Одних машин штук 100, наверное. Если это видео выложу, следующее видео, возможно, уже будет с корюшки. Надо бы корюшки поймать. Хочется уже жареные, блин, просто вообще. Вроде неплохо ее полавливают на заливе сейчас. И там шибко много и не надо. Ну, много поймать тоже неплохо, конечно. Но так,
На пару бы 2-3-4 сковородочки бы поймать, вообще отлично. Что-то поесть себе на пару раз. Вечернее включение все пророчат здесь, но что-то как-то хрен знает. Не знаю, в общем. Нормально, рыбу поймали, вон бонусы есть. У меня там грамм 500 окунь, наверное. Напарник поймал за килушник, да, вот я его багром помогал. Вообще отличного. Вообще нормально все. Рыбалка удалась. Ладно, идем. Если что-то будет, еще покажем. Ну, заканчиваем мы рыбалку. В общем, тут маленькая кучка. Тут еще у меня кучка небольшая. На этом, собственно, все. Ну, до 12 он поклевал. Было довольно интересно. Камера садится, не успеваю записать. В общем, все. Ну, вот то, что получилось, то получилось. Сработали свои новые блесенки. Я напаял много. Кто в Инстаграме за мной следит, знают, я там скидывал много блесенок, новых сделал. Возместил, можно сказать, ущерб потерянных. Так что блесенки работают. Какую-то часть проверил сегодня. Все, мы поехали. Так что все, смотрите, оценивайте. Всем пока. Thank you.